Всем привет! Сегодня значимый день для клана Executors. Мы решили, что мы уже готовы выбить второго босса. И была дана команда. Утром сегодня бьем второго босса. Все как один, смотрите, какие все исполнительные. 100% простого, никто его не бил. Все били сегодня обычного босса, осталось 7 миллионов здоровья. И сейчас я попытаюсь убить этого босса. Посмотрим, что из этого получится. Ну давайте, с богом! Ну что, дядя, приступим. Разгоняем. И еще раз разгоняем. Получим это. Хорошо. И еще разочек. Хорошо. А, не нравится? Чё-ничё-ничё, терпи. Я за победой сюда пришел. Снятие бонуса. Гаргараб, да ты сегодня хорош. Тихонечко, тихонечко. Еще раз разгоняем. Этим скиллом не бью, потому что я выкачал умение. Мы его называем Agile Slayer. Я не знаю, правда это или неправда, как оно называется. В общем, когда есть 40% вероятность при ударе на боссе забрать, по-моему, 5% его здоровья. А нет, на боссе 2% здоровья, а на обычном герое 5% здоровья. Да, и вот оно срабатывает, то есть по 61 тысячи наносит урона. Ускоряемся. Ясно. Гаргара решил отдохнуть. Декрис деп. Отлично. Тихо, тихо, не псишь. Держи пилюлю. И еще разочек. Хорошо. А так. Замечательно. Так, пока все идет очень хорошо. Разгоняем своих героев. На боссе мы видим, что висит, как это там правильно называется на русском, штраф защиты. Тем самым мои наносят больше урона. Нет, пока лечить я никого не буду. Еще рано. Сейчас думаю, еще раз босс походит и да. А, он точечно ходит. Ага, я понял. Нет, тогда. Лечить. А, нет, разгоняем. Давай ты сам себя полечишь. Тихо-тихо-тихо. Я только начал. Разгоняем. Сто 47, шикарно. Еще раз разгоняем. Кстати, да, сразу скажу, это у меня новая практика, взять два саппорта. Обои разгоняют, умеют лечить. И я так посмотрел, ну, мои больше выносят урона, поэтому пока так хожу. До этого я ходил с одним саппортером. Ладно, нет, не буду пока. Разгоняем. Так, вот здесь уже можно и полечить всех. Отлично. У меня такое напряжение сейчас чувствуется. Потому что если окажется, что я в итоге совсем чуть-чуть не добью,
Это будет очень обидно. Вот. Но на самом деле я на этом боссе 7 миллионов еще никогда не выносил, но буквально вот пару часов тому назад, вот это холодное сердце, я, как уже упомянул ранее, прокачал ей Agile Slayer. Опять же, поправьте меня, если это не так называется. Вот. А ребята, которые у меня уже играли с ней, сказали, что она просто будет рвать и метать. И, в общем, я очень на нее надеюсь. Надо было его полечить. Так, это очень плохо. Понятно. Сейчас посмотрим, что там у Гаргараба по воскрешению. Ага, со следующего хорошо. Так, босс уже начинает бить довольно-таки неплохо. Полечись. Это прям вовремя было, он бы сейчас опять умер. Каким лучше бить? Мне кажется, этот сейчас будет более эффективный. Нет. Не тот случай. Так, лечу, естественно, Гаргараба, потому что Гаргараб, если что, потом заревайвит. Давайте, совсем чуть-чуть осталось. Так, предсказуемо. Так, теперь этим буду бить. От греха подальше. Да, нет, 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 мы будем сейчас. Теперь разгоняем. Бей. Блин. Вот сейчас штраф на... Нет. Надо добить. Очень напряженный момент, потому что мы остались без ускорения по шкалы хода и без, без лечения. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. О, да! Там мы это сделали, барабанная дрожь. Супер, супер, да, действительно, холодное сердце почти 3 миллиона выбило. Это прям шикарно. До этого она выбивала миллион где-то. И заберем награду. Что нам дали? Ой, отлично! Да это же двухзвездочный артефакт! Белиссимо. Ради этого стоило воевать. А, вот тут уже, ну, конечно, 4 звезды. Но хоть что-то.